Радуйся, невеста, не небесная, подвязях ты помощи, Тивоти благословен. Для гостей мероприятия сестры монастыря исполнили несколько церковных песен, а после рассказали о значимости икон и их историческом прошлом. Открытие состоялось благодаря нашей победе в конкурсе, во всероссийском конкурсе социальных проектов малых грантов «Активное поколение». Итогом проекта станет экспозиция выставки икон, русская икона. 28 икон должны будут сделать наши мастерицы. Презентация проекта школы бисероплетения состоялась далее, после выступления сестер монастыря. Руководитель занятия провела мастер-класс по технике плетения дерева из бисера. Каждый из присутствующих смог принять в нем участие. По словам Екатерины Ильиной, данный проект станет очень полезным занятием для пенсионеров села. Наверное, чтобы люди вспомнили, что все-таки церкви есть, приобщить людей к прекрасному, к искусству, вспомнить то, что было раньше. Это, как известно, бисероплетение изначально было очень популярно, потом со временем это стало отходить, и сейчас все-таки снова начинается. Проект был организован с целью заинтересовать пожилых сельчан творческой деятельностью и духовной составляющей данного направления. Занятия будут проходить один раз в неделю в течение 3 месяцев, абсолютно бесплатно. В рамках проекта участникам предоставят все необходимые для работы материалы – бисер, рамки и изображения икон. Я видела, у нас в деревне здесь Ирина Лисковец вышивает иконы, очень красиво, очень. Она в прошлом году, когда было 145 лет школы, она приносила на выставку иконы. Мне очень понравилось, тоже хочу. Все сделанные из бисера в рамках программы «Иконы» останутся в сельской библиотеке и во время прохождения городских и республиканских конкурсов будут выставляться для показа. Да, мне очень понравилось и изображение, такой высокий там храм, красивая очень икона. Я думаю, что это пойдет на пользу всем, даже жителям села, и то, что они займутся делом благородным, именно что для Бога, будут они Богу служить тем самым, да? И начнут ходить в храм, спасать свои души.